Хей, ребятушки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Как я говорил, локацию мы прошли, но остался еще один босс, который мы видели еще в начале игры. Который сидит и ожидается нас. Подожди, как мне попасть на самый верх? Надо проверить, дверь эта открыта. Но я смотрю, это тоже место проклятое. Так, а надо посмотреть, а у меня ничего нету, никаких предметов против этой херни. Считайте, мы. Так, ну по сути это проклятие у нас. Проклятие, проклятие, проклятие. Давайте попробуем, я не знаю. Ладно, камни не даются, но очень медленно. Или это проклятие, я не знаю. А где хотя бы проклятые объекты? Типа, я понимаю, что проклятие работает в основных местах, где все очень плохо. Блин, я от проклятия просто сдохнуть не хочу. Тоже как бы. А у меня еще какие-то были пилюли, кажется, да, против проклятия. Тупая, странная тупая локация. Ну,
тут свет тоже как бы не поможет. Не-не, я не хочу сдохнуть от проклятия. Может быть, мне просто души нужно собрать? Так, нужно будет туда за сундуком пробежать. Я помню, где-то должны быть, типа, урн, которые с проклятием. Из-за них, типа, все это. Типа, вы видите, я не могу до хера бегать. Бля, эти доспехи ж из тех, которые встают, да? Так, окей, а что мне тогда с этими доспехами делать? Надо посмотреть. А у меня оружие на свет какой-то есть? Сейчас посмотрю. Короче, я думал, вот этот значок, это и есть свет. Оказывается, нихера. Ай, поэтому мы отправляемся сюда. Я заточу... А, только чем я буду затачивать? Так, ладно, что мне по камням? Так. Камень разряда, огненная, темный, яд, кровотечение, магия, простота, бледный. Что значит сила простоты? Короче, понятно. Короче говоря, я не знаю. Короче, я так подумал, нахер надо. Пока что то место. Поеду я на самый верх. Thank you.
нету вот этой порчи, которую воскрешает. А там была. А, там тоже двери есть. Так, какое-то кольцо. Какое-то колечко. Нахер, пока я не смогу от порчи вот этой избавиться, я не смогу попасть в те залы. Кольцо простака. Кольцо в виде цветка делает хозяин невидим во время подката. Такие кольца носили солдаты старого железного короля, наделенные божественной защитой. Кольцо обладает единственным эффектом, но доля избранности позволяет владельцу использовать его в огромной пользе. Так, теперь, короче, я поднялся наверх, я жду вот этот лифт, и я хочу посмотреть, куда он меня приведет. Это какая-то локация.
Чё их тут так много? Так, а теперь мне нужно думать, как убить тех. Он сюда подойдет? Подойдет. Огонь. Большая локация. Ага, сундук. О, литой клинок. Сколько мне их теперь? 6. Четыре я использовал. Как раз у меня все они. Найс. Вообще неплохо. Сейчас посмотрю, куда это приведет. Ну я понял, мне нужно как-то теперь его сюда выгнать. Он тут один был? Не суть важна.
Так, есть куда-то пойдем наверх. Пойдем. Ебать. Она чьих там так много? Нихера себе. Вторглись так вторглись. Надо было хоть одного с собой забрать на лифте. Заметьте, что они меня не трогают, они на лифт не могут попасть. Сейчас закидаю их просто бомбами, да и все. Либо буду их пинать вот так. А я смотрю, один убежал. Может, кольцо это ловкости взять, чтобы не сдыхать при падении. А их тут много, оказывается. Сколько их? Пятеро. Мне за пятерых дадут пять этих. Что мне нихера не дали. И это что такое? Я не знаю, что это. Поэтому... Я зашел в какие-то доспехи. Я в памяти.
Здорово. Так, давайте, чтобы мы зря не шли. Сколько у этой херни здоровья? Короче, их поубиваю и продолжим. Так, окей. Теперь осталось приманить тех самураев. Почему не долетает? Окей, бежит. Нет, не агри, не агри. Ты хероту. Стоп, не спеши. Сейчас я убью того, и мы дальше пойдем. Так, ту саламандру я убил. Сейчас самурая подзовем. Поножи алайского рыцаря. Шелковистый камень, человеческая фигурка, фимиан. Так, что мне за броню дали? Ожидал, что они там стоят. Так, монеты. Я осторожно всех убивал, потому что я не хотел, чтобы они сюда пришли. Ну, в ловушку, где эти саламандры, чтобы саламандры их не убили. Моих помощников. Так, сразу это уберу. Так, давайте, короче, туда пока схожу. Здесь была здоровая саламандра. Так, ладно, подожду своих. А, ладно. У этого хилься до конца. Можешь еще? Давайте подожду, пока он восстановится. Все, да.
Мне решетки эти очень не нравятся. Так, идите сюда. Я пойду первым. Вот поэтому я не хотел вниз. Главное, чтобы никто вниз не упал. Нет, не смейте к нему падать, не смейте к нему падать. Нихера себе. Я не знаю, что из себя представляет босс, поэтому давайте я использую смолу. О, подожди, я тебя использовать не могу. Опасно. Опасно.
Окей. И так мне нужно убить его, да? Он дает кровотечение, у него есть эффект суперсилы. Прикольно. Короче, дойду до босса и продолжим. Так, окей. Мои все свободны. Ой, еще один. Так, плевать. Чистый самоцвет. Лори, почему ты уже такой коцаный? Так, вещи. Короче, я решил взять с собой теперь на яд. Попробуем его травануть. Жопу. Он стойку поменял. Thank you.
Ай-яй-яй-яй. Вещи. Душа сэра Элона. Добудьте много душ, иначе это не то. Душа сэра Элона. Душа сэра Элона некогда вассала старого железного короля. Сэр Элон пришел из восточных земель и стал самым верным рыцарем короля. Используйте душу, чтобы... Понятно. На самом деле, ну блин, босс, его можно атаковать только когда он тебя копье носит. Литой клинок. Одна штука. В натуре литой клинок? А для чего? Для чего мне литой клинок? Может, мне нужно пронзить всех этих... Фиг его в натуре. Если так, то я, в принципе, не знаю. Bearer of the curse. Так, новый уровень. Может, давайте я хп буду вкачивать. И тут я осознал, что я игру не прошел до конца, ребят. Я же, кажется, в DLC, да, сразу пошел. А ну-ка. Я финального босса убивал или нет? А, не суть. Короче, в следующей серии мы долазим, и, может быть, сразу тогда пойдем убивать пепельного короля. Или я его убивал, хер знает. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.